Вот сейчас мы здесь собрались, чтобы послушать эти ответы и, если получится, значит, принять какое-то решение. Для функціонування та належної експлуатації станції вовнопредільна у цілодобовому режимі відповідно до вимог діючого законодавства України необхідно кошти на заробітну плату персоналу 1 мільйон 722 тисячі гривень на рік, 143 тисячі 500 гривень на місяць. Придбання обладнання для приміщень станції, шафи, стільці тощо. Це мається в виду для обеспечення життєдіяльності самої станції, все, що має бути, лавочки, все. Орієнтовно 336 тисяч 92 гривні. Будівництво знижувальної підстанції, плюс матеріали для забезпечення освітлення станції. Тільки для того, щоб трамвай мог там остановитися, висадити кілька чоловік, або прийняти кілька чоловік і поїхати далі, да? От треба 16 мільйонів. З економічної точки зору ведення станції вовнопередільне недоцільно. На сьогоднішній день остановка ШПФ має транспортне забезпечення і люди можуть користуватися городськими автобусними маршрутами і електротранспортом. Вже 2 роки у нас іде постійна боротьба саме з Євротрансом за графіком роботи цих автобусів. 97-й на графіки лише один, він везе моїх дітей 8.40, він на 173-му кварталі, і ось він забирає співробітників, дітей і везе на заняття. Це один його рейс 97-го, другий рейс його відбувається рівно в 16.00. Так само, все інше, весь інший час, цей автобус на маршруті відсутній зовсім, його немає. Предложение отдела транспортной связи, чем он сейчас занимается, это продлить 303-й автобусный маршрут, где конечный этот, до непосредственно остановки ШПФ. За этот уже вступили в переговорную процедуру с автомобильными перевозчиками по этому вопросу. И как только будет отремонтирована часть дороги, улучшена на этот, они не против продолжить свой маршрут до непосредственно зупинки ШПФ. Делать остановку скоростного трамвая, такую, как предлагал нам уважаемый автор петиции, ну, я буду против и руками, и ногами, и никогда свою подпись не подставлю под этим. Кто из вас пойдет на это, вы помните, да, перейти путя, вырубать в заборе дырку и идти через это. Автор петиции, что скажешь? Тебе как последнее слово. Дело в том, что в петиции все было немножко проще. Вот. И когда мы были на месте, мы тогда посмотрели, что можно не заходить на сооружение станции, а сделать не через дырку в заборе, не с криком, не со смехом, а через дырку в заборе. Снять 2 секции забора и сделать там лестницу, выйти из перрона, минуя именно сооружение станции. То есть закрыть вопрос вкладывания миллионов денег. Ну, человек может зайти, пьяный зашел там, или собака забежала, ударяется в трамвай, ходит с рельсом, едут люди в трамвае. Нет, давайте думать. Я не говорю біля перрону, вихід на перрон, а там частина перрону виходить за межі станції. Виход на перрон, з перрону сходинки, а через колії, я не говорю, щоб вони ходили, через колії, на одну сторону, в напрямку Зарічного, посадку, в напрямку Зарічного, переходити їм колії я не пропонував. Кому треба їхати в центр міста, сіли, поїхали до Зарічного, перейшли і поїхали назад. Тобто переход через колію не пропонувалися. Поїзд би на тому шляху не зупинявся, як їде навпроти центру міста. Зробити дірку в заборі, виймати от ці 2 секції. Нельзя, потому что тогда на колею, там, где идет швидкісний трамвай, может попасть потусторонний предмет. Ставить околоть муниципальной гвардии охраны. Уже меняют статус, вам же сказали. Уже будет не скоростной трамвай, потому что он должен проходить с определенной скоростью, а просто трамвай. Рассматриваем подключение сюда 303-го, да? Да. Вот. И рассматриваем сюда контроль за работой вот этих вот 2 графиков. Все согласны с таким решением? Да, да, да. Есть дополнения какие-то, может? Все, тогда голосуем. Кто за? Спасибо. Против? 1. Воздержался? Все. Ну, тогда спасибо всем. Беда в том, что нету доверия к маршрутам. Вот еще в чем беда. Согласен. Вот в этом же есть беда. Решим вопрос же. До этого же есть, собрали, что решим, и будет все нормально. Вы правильно? А кто будет контролировать? Никто. Ну, у нас нету рычагов воздействия на маршрутчиков. Нету рычагов воздействия. Ну, как нет? Ну, нету никаких рычагов. Вот, говорю, они что хотят, то и делают. Ну, так приходи, будем решать. Вот, такая вот, я тебе говорю, вот приходи. Не просто балаболить и говорить, а реально делать какие-то вещи. Я могу, я смотрю людям в свои глаза, смотрю в глаза, избирателям смотрю в глаза.
и провожу встречи лично сам. Ну, кстати, даже если мы сейчас запустим маршрутку, это уже будет тоже реальное дело, которое тоже мы немножко подвинем. Вот, наконец-то я тебя к этому подвел. Так это классно. Я же тебе говорю, ну конечно. А тебе вот именно трамвай. Вот ты смотри, убежать, вот надо трамвай, понимаешь? Вот тебе трамвай и все. Потому что люди приходят за трамвай. Люди, не я, а люди.